Итак, всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами в игре под названием War Thunder. И я ее начинаю снимать по просьбам своих подписчиков. Ну что ж, приступаем. Вот у меня тут первое окно исследования. Вот давайте исследовать. Получаем награду. Сегодня мы поиграем с вами и за танки, и за самолеты, компашки. Ну что ж, в бой. Прошу всех в бой. Как у меня сегодня быстро бой активировался. Это вот прям супер просто. Так бы всегда. Так, микрофон подключен, наушники подключены, все у нас подключено. Так. Немецкие войска отступают вглубь Европы, но не прекращают сражаться. Силы Красной Армии рвутся в бой. Победа не за горами. Окей. В бой. Пустите меня в бой. Я жду. Ну чё, погнали. Вон там наши сидят. Вообще фигня тут такая происходит. Вон все дымится нахрен. Там жопа, видимо, творится полная. Давай гони, танчик. У меня танчик в занос даже бывает заходит. Это у нас средние настройки графики. Вау. Ты чё? В занос уходит. Точняк, мы ж можем вот тут прогнать еще. Давай газуй. Нам надо сегодня победа. Нам нужна победа. Без победы никуда. Так, тут у нас чистенько. Чё нас тут будет поджинать? Тут пацан пытается проехать, и у него получилось. А вот как моя жопа проедет, хрен знает. Ай, погнал. О, проехал. О, как плохо-то. Противник побеждает. Чё у нас тут? Так, тут у нас все нормально. Чё у нас тут? О, точно, там тут же противник вон сидит. Я на радаре вижу. Так, противнику по жопе надавать. Вон он. Вижу. Так, давай. Бум. Вражеские войска захватили точку. Отлично, просто супер. Вот сейчас враг-то и будет. Много у нас врага сейчас. Давайте, пацаны, мы сможем. Вау, уже его прибили. Сволочь, его прибило-то. Вау. Там пипец просто творится с нашими. Чё ты встал? Урод. Ладно, все понятно. Отступаем нахрен. Нас запалили тут. Я вообще хотел красиво там движение поймать. А тут придется нам теперь отступать. Не лихо, я скажу, отступать. Погнали уже вот так нахрен. Катюши тут стоят у нас. Давай газуй, танчик мой любимый. Так, вот сюда вот приедем. А и там чисто точку захватили. Я даже не знаю, как нам тут сейчас пробиваться, но пробиваться-то придется. Так, я смотрю, тут самый в жопе.
Вау. Он и противник. Ты живой противник-то хоть? Пипец. Блин, я ведь на него смотрел. И чё? Ну прошел он тут, это ж не мотор был, какого хрен-то уничтожил? Пипец, еще давай. Бой. Тут вражеский говнюк летает над нашей базой. Аккуратно бомбёж, вон в небе вообще у нас жопа происходит, вон летают тут всякие козлы. Так, ну-ка. О, хорошо, хорошо, я сейчас помогу советским войскам, блин, прям на встречку висит сверху. Вот. Уродец. О, разлетались, ишь ты. Так, ну-ка, давайте-ка вот сюда бомбанем. Вау, 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 вау. Уже бомбят с воздуха. С воздуха бомбят. Пипец. Жопа. Надо продержаться немножко еще. Надо идти и бороться за наших. Прятаться нельзя, вот просто нельзя прятаться. Газуй на всех парах, давай. Меня двигатель ранили. F5. Ага. Смотрю. Ах, вон. Я тебя вижу. Что ты мне сделаешь? Своими патрончиками. Бесполезными. Я тебя бомбану. Я найти твою... слабое место. Я тебя уничтожу, понял? О, все, все. Блин, а! Поджарил все-таки. Стоп, это не он был. Или он? Кто это был-то? Он говнюк. Да, плохо дело. Но зато я ему хоть как-то жизик поднимал. Я пытался как мог там прицелиться в цель, которую надо было прицелиться. Я как мог пытался. О, отлично, ну-ка, сейчас воздушное сражение нас ждет. Ну чё, база, база, прием. Иду на перехват противника. Ну, давай перезарядку делай, быстрее перезарядку. Тут у нас нечисть не русская. Вау, вот это вот пипец, куда он залетел-то? Слышь, а вот ты. Обходит. Говнюк. Блин, вылетает. Блин, плохо дело, я горю уже. Юста, нас подбили. Вау! Пипец. Жопа. А вот и мой самолет, кстати. Подбили нас. Да и мы надавали. Кто мне так шарахнул-то хорошо? Ну пипец, так. Давай газуй. Надо защищать нашу точку А. Любой ценой ее надо защитить. Даже идти на смерть. Еще немного усилий. И победа в наших руках! Да я знаю, что победа будет в наших-то руках, если мы, конечно, сейчас этих уродов добьем до конца. Ну-ка, еще давай.
Я еще мне понравилось в воздухе летать. Что у нас там? Уроды всякие. Ну чё, пошла, поехала. Жара, надо вот этого бомбардировщика нам сейчас будет сбить. На танки отвлекаться не будем, сначала бомбардировщик. О, миссия выполнена, шикарно, мы победили, короче. Это круто, это очень круто. Ух, видишь, мы победили, а я, ты не верил, что мы победим. Так, 8-е место, ну неплох. Танчик вон у нас исследуется. Что у нас тут плохого? Ремонт. Нараняли сильно. Тебе я тоже сделал ремонт, а вот этот вот, ну зачем танчик? Это второй, это первый. Давай-ка его... Как нам можно его продать? Все, отправили мы в отпуск. Ну чё, гоу, погнали. Еще у нас сбой будет. Кстати, игра War Thunder в Стиме бесплатная. В этом-то и прикол, то что тут можно авторизоваться со Steam или со специального аккаунта. Но мне проще было со Steam. Ну что ж, погнали. Бой. Пойдем. Это у нас равнины, я так понял. Пацаны, вперед. Не сдаваться, ясно? Наверное, на перехват врага будет он сюда вот нам прийти. Уже точка должна быть наша. Наша должна быть точка там. А то... Блин, чё ты в говне? Ты чё, танк? Ты шутишь или ты вот реально в какой-то хрени застреваешь у меня? Давай-ка в бой пошел. Давай, фиг ли ты тут скрипишь у меня. Машинка ты моя. Сказочная. Ага. Короче, вон там где-то уроды эти. Сейчас подойдем к ним. Они захватывали, да? Не тут-то было. Блин. Отличное попадание. Вражеские войска заблокировали точку. Заряжайся, контужен. С повреждением основного отделения. Эх. А вот это вот уже опасно. Надо отступать понемножечку. Понемножечку отходим. Отлично, соперник мы его уничтожили. А, ремонт здесь сделаем маленький. Давайте ремонтик быстро. Пистоп работает. Отлично. Где там этот? Ездит. Везем. Блин, а их там слишком много. Надо отходим нахрен. Слишком много. Враг перехватил инициативу. Их там слишком много.
Тут у меня еще танк хороший. Где мы пойдем? Где мы к ним подойдем-то? Ага, вон уродец один. Вот там где-то катается. Так, ну-ка, сейчас помогу. Ух, там пипец творится. Так это у нас там кто? Паразит-то такой. Вау! Противник уже тут. Водитель потерял сознание! Блин! Ну ладно, хоть кому-то там попадание нормально сделал. Пипец, водитель у нас сознание нафиг потерял. Это было мощно. Вот какой мощный урод-то там. Ну чё, ещё пойдём в бой. Отлично, помощь при уничтожении. Мы помогаем, а сами еще не уничтожили. Мы только помогли. Так, поедем, значит, так объедем. Давай, газуй. Воу, как хорошо полетел-то. О, люблю, когда все быстро у нас. Стоп, а тут нельзя, что ли? Можно же сбоку объехать. А вот тут объезд под мостом. Битва под мостом нас сейчас ожидает. Предлагаю вот, вот в эту точку сейчас поддерживать. Если мы немедленно не сдержимся, враг победит. Отлично, а он и враг. Хорошо, отлично, мы перезахватываем. Мы, в принципе, еще можем наладить положение. Вау, противник. Ты серьезный такой противник. Да, это был очень серьезный противник. Просто смысла даже с ним не было связываться. У него патрон сквозь пролетел. Это жопа. Это был мощный прокачанный противник. Кто нам там еще можно выбрать? Что, погнали, братишка? Смотримся, с тобой, что у нас тут? Это была жопа, вот этот противник. Сильный противник. Если мы сейчас уладим положение, то мы выиграем. Опа-на! Я видел гада. Вижу гада. Нате! Похоже, не пробили! Как не пробили? Валина! Это опять тот сильный был! Ё-моё! И опять насквозь, да? Чё-то засел. Атакуй. О, молодец. Давай просто так посмотрим, что наш тут делать. В принципе... Наверное, наши сейчас затащит. Хотя зачем нам смотреть на них? Нам сейчас результат боя дадут. Мы, пожалуй, знаешь, что сделаем? Мы сейчас на самолетиках полетаем. Ну
Ну отлично, медалька есть. Так, ну что ж, ремонт. Да, за ремонт платить приходится. Потом авиация. Отлично. Теперь мы поизучаем хорошенько нашу авиацию. Воздушные аркадные бои. Самое главное, смотри, и World of War of Planets и World of Tanks не надо скачивать, когда все тут в одной игре. Даже скорые корабли будут. Warships тоже не надо будет скачивать. Все в одной игре. Мне очень нравится то, что разработчики догадались так все в одно объединить. Это очень круто. Так. Ну что ж, поехали. Вон вижу противника, но как думаешь, может быть нам с тобой сейчас взять для начала нижнюю часть, или мы все-таки пойдем на верхнюю? Думаю, лучше начнем с нижней бомбить. Противник к нам сам придет. Ну что еще? Прицельный огонь. А во ускорение. Я просто хотел раз попал. О, давай, давай, артиллерия. Почти. Вы тут что ли? Эх, ну, перезарядочка. Так бы красиво было. Пляжик у нас тут отлично перезарядился, малыш. Отлично. Уничтожил еще одну хрень. Попадание. Ладно, неплохо, неплохо. Самое главное, не попадаться этой хрени, которая нас фигарит сейчас. Так, пошла. Давай, у нас какой-то урод летает. Это смущает, надо бы его подбить. Патроны. Требую патроны. И мои патроны. О, вот, наконец-то. Блин. То есть какой-то попадание я ему сейчас сделал, но он пикирует. О, мертвую петлю что ли решил сделать. Отлично, самолет сбит. Смотрите, как он красиво падает. Вау, ни хрена себе, я высоко летаю. Пора нанести удар танчиком. Пониже возьмем. Блин, только не сейчас мы не вылетаем. Отлично, вообще супер, вот во просто. Я сегодня парю. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Так, мышь-то только не улетай, Ки. Так, ну что, на, где? Уничтожил, супер. А вот в битве с танчиками, нелегко уничтожить танк. Кукурузника. Ну что, где там? Уничтожил, молодец. А мы жжем.
ПВОшка. ПВОшку я не взял, походу. Значит, берем разворот и вперед. Мук на ПВО. Отлично. Пацаны, вот просто работаем. Офигенно мы работаем. Если бы самолет быстро перезаряжался, то это было бы просто супер. Ах, блин, давай. Добил. Так, теперь полетим. Что у нас на радаре? На радаре у нас там еще немножко цели осталось, но, к сожалению, цели на вражеской стороне стоят сейчас. Может тут переключиться на врага? У меня, походу, на хвосте урод какой-то. Поднажмем! Победа близка! Где тут ПВОшка-то? Я не вижу. ПВО на карте, а ПВО я ни хрена не вижу. Ну-ка, еще разворот. А, во! Понятно. Артиллерия. Супер. Артиллерию мы вырубили. Еще давай. Там еще двое, помню. Отлично, пацаны. Гасите артиллерию. Я сейчас по-другому разворот возьму. Я уже дымлюсь, это плохо. Меня, видимо, нахреначили. Уже. Ну, еще вот надо. Да, отлично. Здорово. На смерть так на смерть. Притык сейчас. Отлично, как это красиво-то было. Нам еще остался. Я смотрю на радар. Мы вообще затащили, мы все уничтожили. Офигенно, я еще воздушную цель одну уничтожил. О, красиво, и не сдох даже. Ни разу. Вы исследовали все модификации. Так, исследуем. Стой. Ладно. Мне-то надо было патроны новые купить. Ну ладно. Пофиг. Какое место? Пятое. Ой, сейчас еще немножко на самолет новый заработаем. Давайте еще в бой сходим и на этом завершим серию. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайк. Я буду очень вам благодарен за это, потому что я люблю ваши лайки. Сейчас еще один бой и все. Завершаем серию. Так, ну что ж, в бой. Будем той же тактикой подальше от врагов бомбить их артиллерия с катюшами или что у них там. Вон туда вот я полечу сейчас. Ой, ускорение. Я же теперь знаю, на какое ускорение. Все приходится тут настраивать. Давай, малыш. Атакуйте точку А. Ой, девка теперь нам говорит. Это прикольно. Так, ну чё ж, пилот. Давай начнем.
Начнем, я подальше, пожалуй, лечу. Но противник он близко. И хочу куда-нибудь вот сюда пролететь. У нас сейчас должен был увязаться противник, хотя вон и мои летят. А ну давай! Отлично, вражеское ПВО есть. Берем оборот. И еще одну давай. Вражеская бронеавтомобиль. Блин, тяжело, не берется. Не берется у нас бронеавтомобиль. И это обидно, ну-ка. Это по нам так бронеавтомобиль, что ли, фигарит? Я, конечно, в шоке. А, вот это вот уже, походу, самолет. Ну-ка, нам пикировать. Пикируй. Пикируй, дружище. Меня на мушку взяли. Вау, 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 блин, а. Эх. Ох, дело. Говнюк. Ладно, у нас еще есть самолет пока на бой. Смотри-ка, в этот раз бой будет тяжелым. На наш цели. Пока можно одному уродику, которого на нас полетел, крылья подрезать. Сколько говнюков. Вон, дорогие друзья, подождите. Идем, короче, сюда. И атакуем вот тут. Эх, ладно, давайте так сделаем. Ну и косы. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тутен Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.